всех обманули. Всех обманули. Никто, никто никого не обманул. У вас было учение. Пушечное мясо не поедет. Чтобы учение не прошло никакого с белорусским народом. Почему наш станок отправили туда? Они не подготовили, но посмотрите, какие пацаны, 20-30 год. Им по 20 лет, вот посмотрите, все тут молодые сидят. Вы же своего сына, вот ваш сын где? Мой сын учится в институте. Учится в институте. Давайте послушаем. Не то говорят, не то. Нет, то говорят, ну это же военные действия. Это специальная операция. И по специальной операции на сегодняшний день никто комментарий передает, это правильно. Это правильно. Их использовали не... Использовали? Наши дети использовали, получается? Они применяли свои усилия в специальном направлении, под которое и были им задачи поставлять. Еще, давай, вот смотрите, сейчас можно, конечно, кричать, можно всех обвинять. Но я считаю, что, пока идет войсковая операция, выводов никаких делать нельзя. Нельзя делать выводов, нельзя критиковать. Закончится, а на скорость закончится. Я, не я, не я, не я, не я не